Я думаю, что только тогда она будет делать реформу до власти, если мы будем ее контролировать. И контроль – это не обязанность, а право. Поэтому это не вопрос. Мы не обязаны, но мы имеем право контролировать, если мы хотим, чтобы были результаты. И как раз я хотел посвятить свое короткое выступление этому, каким образом мы должны разделить, каким образом мы должны понять, эта власть делает реально реформы или она делает вид, что она делает реформы. Вот какие-то нужны простые критерии, о которых я поговорю. Если мы должны понять, что как бы ловко бы не решались бы текущие проблемы, а как раз хороший менеджмент – это решение текущих проблем, если при этом параллельно не идут долгосрочные реформы, то текущая проблема будет возникать снова и снова непрерывно. Значит, вот первый признак того, вот, если власть долго говорит о том, как она хорошо решила проблему бюджета, как оно заплатило пенсии вовремя, и при этом нет реформы пенсии, нет реформы ценообразования, значит, она не заботится о нас, она заботится о себе. Простой критерий, по которому можем следить за ней. Второе, я хочу сказать, любая реформа, о которой мы говорим, она зависит, ее результаты зависят от того, насколько она ориентирована на позитивный результат, то есть учитывает интересы населения и граждан. Любая реформа, которая будет проведена без этих целей, превращается в свою противоположность. У нас есть много примеров того, как мы изменения получаем худшие, а не лучшие. Значит, мы должны следить. Меня, например, немножко пугает такое непрерывное повторение. Мы должны делать непопулярные реформы. Мы должны делать... Это как бы непопулярные реформы, это значит, что мы снимаем с себя ответственность за то, чтобы беспокоиться о людях в процессе реформ. Значит, давайте так скажем. Если реформы приводят к тому, к ухудшению, вы очевидно видите, что они приводят к ухудшению, это не непопулярная реформа, а это плохо осуществляемая реформа. Если власть будет продумывать реформы как следует и будет двигаться процесс реформ социальные амортизаторы, то мы получим реформы, которые нам будут понятны, и мы их одобрим. Значит, давайте контролировать по этому параметру. И третий параметр. Все мы можем понимать, что если речь идет о создании комитета, на котором будут заседания, будут обсуждаться очень по-деловому вопросы, то это не есть проведение реформ. Проведение реформ – это значит, что есть закон о данной реформе, есть политически ответственное лицо, есть срок и есть финансирование. Если вы не увидите этого в той или иной реформе, значит, власть не хочет делать эти реформы. Вот три таких простых критерия. А я хочу сказать вам, что что сейчас происходит? Государство ведет себя в экономике, как слон в посудной лавке. И посуда – это мы. Поэтому давайте следим за тем, чтобы оно было себя более аккуратно.